До нас сьогодні завітала магістр театральної справи Тетяна Скупченко разом зі своїми вихованцями Ксенією Андрієвською та Миколою Городнім. Вітаємо вас! Доброе утро! Доброе утро! Колечко, доброе утро, говорите. Доброе утро! Доброе утро, да. Пані Тетяно, сьогодні разом із вами, разом з вашими вихованцями будемо займатися розминкою рухонкою для мовленнєвого апарату, будемо розвивати для того, щоб абсолютно вимовляти усі звуки чітко, ясно, тому що вимова для декламатора, мабуть, це найголовніше. Ви знаєте, це, наверное, дуже важливо не тільки для декламатора, це дуже важливо для любого чоловіка, тому що, коли ти розмовляєш, ви говорите, що театр починається з вішалки, актер починається з голосу, да? Вот, но с голоса, наверное, не только актер начинается, а каждый человек. Когда у человека приятный голос, когда у него хорошая речь, хочется его слушать и понятно, о чем он говорит, доступно. А когда человек непонятно говорит или голос скрипучий, не хочется даже общаться. Поэтому это все в наших руках. И я хочу сказать, что этим надо заниматься уже с первых годочков нашей жизни, потому что мы часто не уделяем внимания, ну вот ребенок ходит долго с соска, да? А потом говорим, откуда у десятиречия у ребенка появляется? А потому что, когда мы растем, аппарат наш развивается уже, он приспосабливается, и когда постоянно соска во рту, получается вот такое произношение, потому что соска была, некуда девать было свой язык. Это первое. Второе. Бывает часто речь, дети там же картавят или что-то, не потому что десятиречие, а потому что вот либо вялая губа, либо вялые щеки. Вот. Поэтому вот так вот у нас вот, надо уделять внимание, очень большое внимание развитию нашего речевого аппарата. Я хочу сегодня познакомить всех наших зрителей с нашими малышами. Это мои участники детского театра «Чердачок», который работает на базе Николаевского национального аграрного университета. Я с гордостью могу сказать о том, что в нашем университете очень много коллективов разных творческих, и вот существует Народный театр «Маска», а всегда на базе народных должны быть студии. Помимо того, что у нас есть участники с колледжа, мы берем детей еще. И самых-самых разных возрастов. И вот малыши, вот Ксюша и Коля. Але уже профессионалы, мы не знали себе вас. Да, вот Ксюша уже занимается третий год, и Коля третий год, и они у меня уже не только вот малыши молодцы, да, Ксюша была участница всеукраинского фестиваля гумора и сатиры «Усмешки глазового», где первое место тоже получила, да, заработала своим трудом. Коленька пока у нас, он умничка еще, он только хороший актер, но пока мы, Колечка, что мы не проснулись еще, мои детки, видите, вот. Но я хочу познакомить с тем, что с чего мы начинаем делать первые шаги. Дело в том, что всегда нужно начинать с разминки языка. Ну что, мои хорошие, давайте покажем, да? А ну-ка вставайте, мои хорошие, вставайте. И давайте покажем всем нашим зрителям, как мы делаем зарядку для хвоста. Мы называем это для хвоста, потому что, смотрим, вот, да? Потому что самое главное, это наш язычок. Смотрим вот на нашу первую камеру, пожалуйста, да? Вот, и покажите всем свой язык, большой-большой язык. Покажите язык, пожалуйста, свой. Ну, хорошо, спрятали язычок. Теперь попробуйте достать язычком до носика. Ну-ка, достаньте. Видите, как молодцы, умнички. Ничего а теперь себе. До бороды, пожалуйста, достаньте. До бороды. Спасибо. Вытираем тыльной стороной. Вытираем тыльной стороной. Для чего? Вот эти первые упражнения дают уже разминочку для нашего язычка и для нашей уздечки. Вот часто вот под язычком есть такая маленькая, такая тоненькая, такая вот уздечка. Вот из-за нее часто бывают проблемы. И вот когда не у каждого выйдет достать до язычка, видели, вот как сейчас наши малыши достали до носика язычком или до бороды. Ну, а теперь, мы хорошие, давайте мы с вами покажем лодочку, да? Давайте лодочку сделаем, давайте лодочку. Лодочку, скрутили лодочку. Завжди мрія, да? Навчитися так зробити, да, але не виходило. Получается, хорошо, спасибо, спрятали. А теперь мы как будто капельку дождя ловим язычком. Ну, попробуйте. Словили капельку, поймали капельку? Поймали. Видите, язычок округляется, это мы работаем с язычком. Спасибо, спасибо, достаточно. Ну, а теперь у нас очень много упражнений любимых, и мы, знаете, их называем по-своему. В профессиональном терминологии это немножко по-другому, а что было доступно детям, мы назвали своими любимыми названиями. Ну что, погоняем конфетку? Конфетку погоняем? Давайте покажем, что у нас конфетка за щечкой. Спасибо, спасибо. Так, а ну-ка покажите вот дяде нашему, какая у вас конфетка. Покажите, да? Какая конфетка за щечкой? Есть, хорошо. Хорошо, спрятали. А теперь ваше любимое упражнение – фокус, да? Покажите всем фокус, покажите всем фокус. О, який фокус! Ну, Коленька, еще покажи. Да.
А мы еще иногда так глазками работаем. Это получается упражнение и для глазок. Вы знаете, это упражнение, эти упражнения, которые показывают... Спасибо, Ксюшенька. Эти упражнения, которые мы показываем, они очень важны не только для речевого аппарата. Но, кстати, вот часто мы платим большие вешеные деньги за то, чтобы убирать морщины, подтягивать лицо. А я вам скажу, если вы будете делать каждое утро вот эти упражнения, или хотя бы раз в день, минут 5, вы почувствуете, как у вас вот тут напрягаются ваши мышцы, как напрягается ваш язычок. Попробуйте сделать упражнение. Моя мама, когда делает вместе с ними, говорит: у нас язык тоже болит. Ага, попробуйте это сделать. Конечно, больно, но мы же привыкшие, да? Мы же актеры. А вы скільки разів необхідно повторювати одну вправу? Хотя бы 4 раза. Хотя бы 4 раза. Потому что нужно по 8, но для малышей мы делаем 4 раза. 8 раз каждое упражнение. Следующее. Мы забыли про котлету, да, ребята? Да. Давайте покажем котлету. В чем суть? Мы разминаем язычок от начала язычка до конца. Трошки надкусюючи. Угу. Покусали чуть-чуть язычок, да? Чтобы он проснулся. А теперь правую сторону давайте покусаем язычка. Ну? Ничего себе. Так, теперь левая территория язычка. Ну? Есть, да? Хорошо. Сделали язычок. Теперь мы с вами, давайте сделаем ириску. Раз уже заговорили о котлетке, ириска. Часто бывает, мы кушаем конфеты, которые такие липкие, да, пристают к небушкам, к зубам. И чтобы пальчиком не снимать, мы снимаем язычком. Это очень-очень хорошее упражнение для нашей уздечки. Ну как, покажем, как, ребятушки? Ну, сильно. Сильно. Силы. Угу. Тобто снимаем. Все має бути угу. З усиллям. Да. Снимаем. Вот не отлипает никак. Вот какая она пристала. Ну-ка еще раз. Ну. Получилось? Как намагаются. Сняли, да? Сняли. Молодцы. Хорошо. Так, ириску мы закончили. Ну, а сейчас что мы еще сделаем? Доброе утро, мы хорошие. А что мы еще сделаем? Мы теперь с вами забыли, что мы хорошие. Переходим к математике, да? Делаем часы, да? Для того, чтобы часы... Кстати, это очень важное упражнение для любого ведущего, для любого, который выходит на сцену первый раз. Потому что они, когда начинают разговаривать, пристают губы. Чтобы губы не приставали к язычкам, к зубам, мы должны сделать упражнение на свои часы. То есть язычком провести по нашим зубикам в одну сторону и в другую сторону. Ну что, покажем, ребятушки? Давайте. Показываем. Ну? Зрозуміло. И в другую сторону, ну. Почисть, хорошо, хорошо, чисть зубки, хорошо, чисть зубки, да. Хорошо, хорошо, умнички, молодцы, спасибо. Так, мы с вами конфетку погоняли. Мы еще не сделали арифметику. Умножение, помните умножение, Ксюшенька? Умножение вверх-вниз, вверх-вниз, да? Готовы? Итак, язычок вверху. Сделали, да? Есть такое. Спасибо. Ну и наконец. А я сделала дыхание. Да зачем? Дыхание потом покажем, но дыхание хорошо. А теперь давайте наше любимое упражнение. Дразнилка, да? Помните дразнилка наша? Ну? Да. Да, хорошо. И наконец, и мое любимое упражнение – балалайка, да? Балалайка – это попробуйте язычком по верхним губкам пройтись язычком. Как будто мы варенье облизываем. А теперь слева направо. А теперь можете присесть, присядем и поиграем на условной балалайке, да? Взяли руки балалайку, язычком. И... Спасибо. Итак, это пока основные упражнения для язычка. Ну, с язычком мы закончили. Мы называли... Мы забыли, ребята, с вами делать змею еще. Помните, как змея делает, да? Да, змея, пока она что делает? Она жалит языком. Давайте покажем, как змея спит. Да, может присесть, присядем, да? Итак, спит змея. Коля, змея спит. Потом она просыпается. Поднимаем головушку свою. Смотрим. Начинаем шипеть. И что? Языком уколоть. Уколоть. Хорошо, хорошо. Нет, спасибо большое. Что вы забыли? Да, да. Забыли слоника. Слоника забыли? А, да, вот видите, мы еще переходим теперь к губкам. Слоник – это наше любимое упражнение, то, что мы делаем губками. Для того, чтобы губки тоже работали, нужно очень есть много упражнений. Мы вытягиваем губочки хоботочком и делаем вот так. Нум-н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 ум. Я бачу, что это улюблено вправо. Да, да, да. И теперь мы молодцы, да? Мы должны себя поцеловать. Делаем. И улыбнулись. Еще раз.
Мы молодцы, да? Хорошо. Ребят, ну еще давайте покажем мы тогда упражнение, самое стандартное, которое все знают, когда губки вверх, губки вниз, да? Покажем зубки свои. Итак, верхнюю губку подняли, показали свои зубки. Не любим это упражнение. Давай покажем всем, давай покажем. Они же не знают как. Давай покажем, хорошо? Поднимаем верхнюю губку. Спасибо, опустили. Теперь нижнюю покажем зубки свои. Опускаем нижнюю губку. Подняли. Ну, а теперь делаем просто чиз. Показываем все свои зубки. Ну, Ксюша, может, не показывает, она стесняется, у нас зубы пока выпадают, да? У нас еще... Ну, мы же растем, что же вы хотите, да? Такая природа. У Коли пока все зубки, да, Колечка, все зубки. Да, покажем, говорим чиз. Чиз. Потом же я все контель пью. Чиз. Да, чиз. Вот так, вот так. Потому что Коля ухаживает за зубками тоже. Молодцы, умнички. То есть это самое простое упражнение, которое дает возможность работать над губами, над язычком. Для чего? Потому что в основном, когда мы говорим, что он сработает? Ну, сработают губки, правда? Язычок работает, да? Да, мы хорошие. Вот если мы говорим, там, машина, там, да? Вот, как машина наша делает? А попробуйте губами сделать. Не каждый ребенок почему-то может делать... А это работа с губами, да. И как мы сделаем легковая машина, Коля? Давай пока легковую машину покажем. А грузовая? Нет, шо вы себе? Целый автопарк. Да. А гоночная? Ох, ну хорошо, давайте покажем гоночную машину. Давайте гоночная. Хорошо. Ну, давайте пока еще трактор. Давайте, да? Мотоцикл? Хорошо. Давайте мотоцикл. Спасибо. Да? Мы молодцы. Погладили свои щечки. Щечки умнички. Молодцы. Щечки хорошие. Щечки. Да? И шейка молодец работала, да? И хорошо работал наш лобик. Хорошо работал. Умнички помогали, да? Молодцы. Умнички. Все. Умнички, молодцы, хорошо. Вот такие упражнения, они вроде бы не сложные. Но если делать их хотя бы раз в день, то, во-первых, морщинки не будут рано вас посещать, и вы будете чётче разговаривать, потому что, вот видите, мы даже сейчас вот начали, когда сделали упражнение, у меня у самой появилось легче говорить, возможность легче говорить, потому что губы же проснулись, язычок проснулся, и мы можем нормально разговаривать. И вот такие упражнения я желаю делать каждому нашему, не только зрителю, всем нашим малышам, всем нашим большим тетям, дядям, как наши малыши говорят, всем нашим женщинам, мужчинам, потому что возможность общаться – это самое, наверное, единственное, что отличает человека от природы. Мы можем разговаривать. Так давайте и делать это красиво. Дякуємо нашим ранковим гостям за такі вправи. Особисто я буду, обіцяю, повторювати за вашими юними вихованцями. Ксюша, Микола, я обіцяю, що навчившись від вас, дякую вам. Тепер буду все це повторювати. Дякую большое. Дякую. Да, Коля. Дякуємо вам, що сьогодні до нас завітали.